сегодня вы будете получать за весь мировой кинематограф. Блин, это полное фуфло. Ты что, идиот, это шедевр. Эй, сейчас я начну жестить. Голливуд еврейский, контролируется евреями. А это правда? Это правда. Все, это звезда. Ну, так не бывает. И как ты относишься к темнокожей русалочке и к Дамблдору гею? Я не могу больше терпеть. Я не могу больше терпеть. Но я думаю, что это маразм. Здравствуйте, Любомир. Привет. Сегодня вы будете получать за весь мировой кинематограф. А сразу вас должен предупредить, что у меня достаточно богатая русскоязычная аудитория, поэтому было бы желательно, чтобы мы с вами общались на русском языке. Окей, ну, у меня дружина... у меня жена, она разговаривает на русском, поэтому я... Но мы все время разговариваем, я на украинском, Наташа на русском. И вот тогда, ну, прошу прощения сразу, если где-то что-то будет, потому что я на английском больше разговариваю, чем на русском в жизни вообще. Это связано с тем, что ты, мы будем общаться ты, достаточно большое время проводишь в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Голливуде? Да, я в Украине со всеми общаюсь на украинском, со всеми украинцами, с иностранцами общаюсь на русском. Это нормально. Ну, то есть... из СНГ, условно говоря, те, кто не понимают. А если с украинцами, я общаюсь, в принципе, на украинском, но, ну, я интернациональный человек, для меня, ну, не стоит вопрос политический, ну, именно, вопрос удобства. Хорошо, скажи, в этом контексте меня интересует вопрос о русскоязычной аудитории, которая находится в Украине, которая смотрит кино. Как ты считаешь, правильно было принять решение о том, что отныне весь кинематограф, все, что идет в кино, будет только на украинском? Правильно ли это или нет? Или можно было бы выделить таким, как я, 11 часов вечера киносеанс, где был бы русский дубляж? Я объясню. Человек, который сделал первый украиномовный фильм, ну, он не может говорить, что типа нет. Понятно, что надо, но я считаю, что язык в стране — это идентификатор. Он позволяет понять, о чем это кино. Почему у меня появилось мое первое украинское кино? Это когда-то был фильм «Штольня» на украинском языке. Все сказали: ты что, идиот? Никто не будет смотреть. Об этом, никто не будет смотреть. Еще поговорим. Да, никто не будет смотреть. Я сказал: в смысле, никто не будет смотреть? Как понять, что это украинское кино? И только язык может определить. Английское, ну, значит, это американское, это там западное кино, да, там немецкое, французское. А как французское кино на итальянском будет звучать? Да никак, это будет итальянское кино. Поэтому, что касается дубляжа отдельного, дело в том, что это все бизнес. Ну, то есть кино — это бизнес. И кто-то должен дубляж делать. Я на секундочку скажу, сколько стоит дубляж. Дубляж минимально стоит $15,000. То есть сделать дубляж для кино, его должен кто-то сделать. Это должна сделать студия. И за это должен кто-то платить. Понятно, дистрибьютор. Дистрибьютору это не нужно, потому что люди смотрят и так, и есть в оригинале. Да? То есть можно посмотреть, кто там не нравится дубляж, можно посмотреть в оригинале. Поэтому, то есть нету задачи, типа, ну вот, прямо это делать. Хорошо, скажи, пожалуйста, ну а можно ли так или иначе просто пойти навстречу людям? Я скажу за себя, да? Есть кинофильмы, которые я вообще не воспринимаю на русском языке, да? Так. Их дубляж, я обожаю их в украинском. Те же самые, например, «Трансформеры» или «Солдаты неудачи». Украинский перевод просто шедевр этой комедии, да? А с другой стороны, например, я достаточно большой фанат вселенной Гарри Поттера, и я не могу его смотреть в украинском переводе, ну, наверное, потому что дубляж неудачный. Не кажите ни слова про моего батька! Слабак! Я не слабак! Или там неудачно как-то актеров подобрали, голоса. А можно ли просто пойти людям навстречу, у которых уже, извините меня за выражение, сформировались нейронные пути до 3 лет на этом языке? Для них любой язык всегда уже после этого будет иностранным. Ну, опять же, вернемся к тому, кто это будет делать. Ну, то есть дистрибьюторам это не нужно с точки зрения бизнеса. Ну, то есть это невыгодно. Ну, то есть хоть на итальянский. Неважно, тут, ну, речь не идет о том, что это должен быть там русский или какой. Ну, то есть это доп. Кост. Ну, то есть, кто типа за это заплатит? Вот вопрос. Ну, то есть, я не думаю, что это проблема. И все пойдут и сделают. Если, нас есть государство одно на севере, которое с удовольствием на это даст деньги. Да, но в этом пока... Ну, я не знаю. Я думаю, что есть, сейчас возможность смотреть
на VOD-платформе, да, там на любом языке. Типа в кинотеатрах пока построена такая система, ну, которая, ну, я бы не сказал, это система национализации. Это сделано было еще президентом Ющенко для того, чтобы дать украинцам идентификацию себя. Потому что кино — это инструмент, это то, что помогает людям ассоциировать себя с, ну, с землей, где ты живешь. Ну, ты начинаешь себя по-другому ощущать. Другая реальность. Потому что язык — это вибрации, ну, мы понимаем. Это, ну, то, что мы слышим, это очень серьезно влияет на вот этот ящичек. Вот. И те вибрации, которые мы слышим на другом языке, они другие. Вот. Те, которые звучат на украинском, они другие. И это очень серьезно влияет на вообще на настроение в стране. Поэтому кино, я считаю, очень хорошо, что оно идет на украинском. Но новости же не идут на русском. А, Любомир, какой последний или крайний фильм большой ты смотрел в кинотеатре? Я вот сегодня смотрел утром. Какой? «Джокер». И как, тебе понравилось? Скажу так. Могу сразу сказать, они получат за это кино 3-5 «Оскаров». Прекрасная режиссура, прекрасный актер, но это очень дарк, это очень темное кино. Это, если говорить про бокс-офис, они провалятся. Это психологический триллер. Это не триллер, это психологическая драма. Это раскрытие персонажа Джокера как психически больного человека. И это очень, очень серьезная, глубокая история. Она точно не сработает в прокате, но она сработает на фестивалях. Поэтому Warner решили сейчас вот сделать это, потому что у них нет этого сегмента пока, и им это очень-очень как бы ок. А был бы ли этот фильм настолько хорош, если бы там не играл Хоакин Феникс? Ну, возможно, другой бы актер сделал по-другому, там Ди Каприо сделал бы по-другому. Но он, я думаю, что здесь это его роль. Вот да, четко. Хоакин и есть вот такая четко. Чертовщина. У него вот есть вот этот. Те эмоции, которые он передавал на грани, это очень круто. Ну, и актерская работа просто. Легко ли тебе, будучи режиссером, реализованным, который снимал, который знает, как работать на съемочной площадке, смотреть кино? Ты видишь историю, ты испытываешь эмоции, или ты читаешь строчки сценария? Ты видишь, где выставлен свет, где неудачная игра актеров? Как только я, ну, занялся этой профессией, у меня вот... Ну, оно еще типа такая эйфория, все, я тоже снимаю, и ты в каждое кино уходишь, типа, вот здесь вот так, вот эта мизансцена вот так. А потом в какой-то момент я начал понимать, что я теряю себе зрителя, это плохо. Ну, для меня, как для продюсера, это очень плохо, потому что я, кроме режиссера, еще и продюсер, и маркетолог, и сторибордер, и эдитор, и кто хочешь. Вот, и это плохо для других моих профессий, ко-профессий. И я сказал, нет, в кино надо быть зрителем, потому что по-другому ты не можешь понять, как работает история. Все, что я оставил для себя на сегодняшний день, это сценарные приемы и трюки. Это то, что я всегда с телефоном сижу в кинотеатре, иногда могу записывать нотатки, какие-то вот сценарные ходики. Опиши мне, пожалуйста, свои эмоции, когда ты, будучи молодым парнем, написал сценарий, до этого писал несколько еще сценариев, пытался кому-то обращаться, ничего не получалось. И вот тебе говорят, что, Любомир, мы выделяем тебе бюджет, ты будешь снимать большой полнометражный фильм. Твои эмоции? Ну, я бы хотел почувствовать эти эмоции, потому что у меня их не было. Почему? Потому что мы кино снимали первое за свои деньги. Да, первый проект — это был такой кейс, который... Я им очень горжусь, у нем есть плюс и минус. Это, если мы говорим сейчас о фильме «Штольня», это первый проект, который я вообще снимал в жизни. Я до этого не снимал ни ролика, ни клипа, ничего. Абсолютно. Ни рекламы, ничего. У меня был только опыт работы в большом-большом продакшене, который занимался мьюзик-видео. И я там работал в продюсерском блоке. Ну, много чего делал. И это меня закалило, это мне дало много знаний, как работает площадка, как все это, ну, бесценные знания, которые там ты не получишь в институте или еще где-то. Но в процессе этого мы познакомились с моим сопродюсером и оператором Лешей Хорошко, и мы решили снять кино.
Да, это было, это было такое, я его называю наше студенческое кино, потому что, ну, по-другому никак не назовешь. Такой дипломный проект, вот, и снятый за свои деньги. И мы не умели еще писать сценарий. Но на то время мы думали, все, класс, типа это суперскрипт, это порвет всех. Скажу так, в целом кино неплохое, кроме концовки, потому что концовку мы хотели переснимать, у нас уже не было ни сил, ни денег, ничего. И это была реально ошибка, которую мы признали и сказали, блин, надо было все-таки переснять концовку и сделать кино по-другому. И с другой концовкой оно бы имело другой имело бы другую творческую цену. Но в этом проекте был огромнейший плюс у нас как маркетологов. Мы придумали такой кейс, который в жизни никто не делал в стране. Это подход к промо. Это моя вообще фишечка, я всегда... Кстати, да. Я помню, что там же были саундтреки, которые записывали, по-моему, Потап и Настя Каменских. Я сейчас расскажу. И они достаточно мощно ротировался, этот клип, он был везде. Я сейчас расскажу. Самый мощный кейс этого проекта – это то, что мы сидели и... не знали, как попасть на билборды, потому что билборды на то время это была самая крутая реклама, на сегодняшний день нет, сегодня диджитал, интернет, все, а тогда нет. Тогда надо было попасть на билборды. Это была нереально дорогущая реклама, нереально. Мы потратили все деньги на кино и, сидя в кафе, я смотрю на билборды политических партий, которые тогда парламентские выборы. Вот, и политическая реклама. И я смотрю на это все, а рядом билборд айкидо, какого-то там школа айкидо. Вот. И я смотрю, думаю, это же нереально попасть на эти билборды. Это же просто капец как дорого. И это невозможно, потому что все партии, все вот завешены, все города были вот этими билбордами. И тут я понимаю, а что если использовать принцип айкидо в этой ситуации? И у нас пришло гениальное решение. Мы поехали в агентство, которое занималось самыми большими билбордами в стране. Ну, самое крупное агентство. И сказали, ребята, смотрите, вот за 3 дня до выбора вы будете заклеивать билборды белыми листиками, да? Да. Mm-hmm. А вы можете заклеить нашими постерами? Ой-ой-ой. Да, и они сказали, типа, окей, мы готовы поддержать. Ты серьезно? Да, и для этого нам надо было еще напечатать постеры, а это стоило $5000 на то время. Mm-hmm. Вот. И мы такие, типа, блин, где же взять $5000? Надо, сегодня пятница, а в понедельник надо их утром уже иметь, иначе ничего не получится. Вот. И мы позвонили в коньяк Клинков и сказали, ребята, вы хотите за $5000 висеть во всей стране на билбордах? Они говорят, как это? А мы вам отдадим 20% билборда как спонсор премьеры. Вот. И мы получили деньги, мы получили и более того, мы не висели 3 дня, а больше, потому что клиенты, вот эти партии, они проплатили билборды там площадя до конца месяца, а заходили новые клиенты с начала месяца. Мы там где-то неделю, где-то 10 дней. А вот. Честно, я тебе говорю со стороны, удивительнейшая история проявления такой недюжинной смекалки. Да, потом, да, это одна сторона промо, потому что промо всегда делает несколько инструментов. Второе, это Потап, да, мы с Потапом встретились, он еще тогда был не Потап, а в УЗВ, в хит «Узминому Узути». И мы поговорили про то, что а что если мы напишем трек, ты напишешь трек, а мы тебе снимем клип бесплатно. Вот. И мы так сделали такой дел. В результате он сказал, типа, но я еще хочу права на рингтон. И тут я сделал самую большую ошибку. Потому что он разлетелся. Это он заработал больше, чем кто-либо вообще на одном треке от Киевстара. А ты знаешь примерную сумму? Хоть примерно? Это сотни тысяч. Сотни тысяч чего? Долларов. Ты серьезно? Серьезно. То есть он рингтон заработал даже больше, чем, да, кинофильм? Да. Удивительно. Да, вот поэтому... это очень интересный проект, поэтому кейс феноменальный в плане. Вот. Да, там есть много творческих нюансов, которые мы еще как студенты не знали, не умели. Это кино, где мы брали актеров из школы, на летних каникулах снимали их в выходные и так дальше. Ну, то есть это было... Сейчас, с твоим опытом, снимая наново «Штольню», угу, это был бы коммерчески успешный проект? 100%, потому что мы бы сделали черную комедию, а не хоррор. Это факт. Она и так получилась близко к этому жанру, потому что мы планировали черную комедию, но потом посидели, как-то это типа еще не принято, давай делать чистый жанр, давай, окей. Вот надо было делать черную комедию, это тоже сработало бы намного круче, потому что и так люди смеялись.
Если я ошибаюсь, то на Кинопоиске у Штольни оценка стоит отзывов зрителей 4. Угу. Как ты, в принципе, относишься ко всем этим системам оценивания фильмов Rotten Tomato, угу. Кинопоиск, IMDb? Это хорошие рейтинги. Rotten Tomatoes и IMDb — это работа. Ну, IMDb — это вообще это программа, на которую все ориентируются. Если мне нужно понимать, иметь дело с человеком или нет в Голливуде, заходишь на IMDb и все видишь. Ну, то есть нет, да. Вот, поэтому рейтинги очень хорошо работают, и Голливуд строится на рейтингах вообще. Ну, то есть актеры, гонорары актеров, то есть все строится на рейтингах. В Украине рейтингов, ну, как таковых, я не знаю, где искать, там, возможно, на сайте бокс-офиса там Украины. Вот. Поэтому как оценивать? Я думаю, что самые лучшие рейтинги — это бокс-офис. Это деньги в кассу. Это касса, да, потому что, а как по-другому? Ну, то есть, если кино собрало кассу, значит, оно хорошее. Хорошо, а если рейтинг на том же Кинопоиске или IMDb очень низкий, угу. а касса при этом большая, это угу. означает, что фильм хороший? Это типа, как говорит Стивен Спилберг, если о вашем кино говорят только хорошо, это провальное кино. Вот, потому что нету интереса к нему. То есть всегда интерес рождается, когда там твой друг говорит, блин, это полное фуфло, а второй друг говорит, ты что, идиот, это шедевр. И ты такой думаешь, блин, завтра иду. И так каждый. Вот, тогда это хорошая касса, но кино неоднозначное, да, и оно может иметь там какой-то низкий рейтинг, потому что критики неоднозначно его воспринимают. Поэтому вот так оно работает. Насколько лично ты придирчив к своему творчеству и к чужому? Что я имею в виду? Например, вот сегодня ты сидел на фильме «Джокер», смотрел и говоришь, ну, это отвратительное фуфло. Потом ты едешь домой, включаешь DVD с фильмом «Селфи Пати» и говоришь, боже мой, это великолепный фильм. Не-не-не-не. Он чудесный. Не-не-не. Я очень критичен к своим работам и очень круто отношусь к работам вообще в мире. Ну, то есть я люблю чувствовать себя слабым между сильными, а не наоборот. Ну, то есть для меня я принимаю то, что там я всегда учусь, я принимаю то, что я всегда меньше знаю, чем кто-то. Мне это окей, чем я царь горы и там все остальное, мне все равно. Это притупляет мозг. Скажи, ты можешь согласиться с утверждением, что ты режиссер номер один в Украине? Да нет, кто такое придумал? Не, я могу согласиться с тем, что я первый, кто начал снимать жанровое кино. Это факт. И кто бы сейчас не пытался сказать, что мы там первые, не получится, потому что уже мы делали, те формулы, по которым сейчас снимают кино в Украине, мы уже их прошли. И те нюансы, вот все меня критиковали за дубляж в кино. Как ты мог? Как это, зачем дублировать кино сверху еще украинское? Мне думали, что я там какой-то на русском снимал. Не, зачем снимать на украинском, еще дублировать на украинском? Я сказал, очень просто. Потому что я исследовал рынок, я всегда исследую очень круто рынок и аудиторию, кто ходит в кинотеатры, я всегда хожу, смотрю, и лично делаю все это. Аудитория меняется постоянно, и надо подходы по-другому находить. И я сказал, что сейчас еще очень-очень рано для того, чтобы выпускать кино на украинском языке в оригинале. Нужно прием, который заставит зрителя вот здесь думать, что он смотрит что-то уже близкое ему. И я подумал, а что если я возьму там ключевых актеров, оставлю своими голосами, а всех остальных, все кино затонирую командой, которая тонирует голливудское кино. Вот, и мы получили кино, у меня, в принципе, картинка в моих фильмах, она такая прозападная, она по-другому смотрится, кино, смотрится по-другому. Но с этим дубляжом это был продукт вообще что-то новое, и люди вот пошли, они чувствовали, что они смотрят что-то свое, близкое, потому что они привыкли к этим голосам. Голоса дублеров, действительно, они очень сильно влияют на восприятие и атмосферу. И мне сказали, ты что, на сегодняшний день что мы имеем? Все фильмы дублируются. Все промо-подходы, которые мы придумали, все делают их, кастинги большие, все делают. Потом, то есть много фишек, там, которые, модели, которые мы придумали, они сейчас работают. И я говорил, что они будут работать, вот, и мне никто не верил тогда. Вот на том этапе, когда ты создавал «Штольню», потом mm-hmm. следующие свои фильмы, что было важнее? Важнее было снимать коммерчески успешное кино или, в принципе, что-то делать, что не входит в какие-то стандартные клише тогдашнего рынка, для того, чтобы не позволить умереть на тот момент практически мертвой индустрии?
Это хороший вопрос, потому что, в принципе, мотивация, я бы сказал, что была и там, и там. С одной стороны, мы горели кино и хотели его делать, и мы понимали, что никто этого не делает. Эй, а никого нет. Мертвый рынок вообще. И с другой стороны, нам очень хотелось сделать коммерческое кино, чтобы, которое соберет больше, больше, чем мы потратим на него. Ну, то есть задача была хотя бы там доллар заработать. Вот, вот, вот именно было, было желание там заработать доллар. Вернуть деньги и заработать доллар. Да, да, вот это было типа золотой доллар, который мы там повесим дома и скажем, вот, вот первый доллар, заработанный на кино. А с какими фильмами у тебя это получилось? Со всеми. А все твои фильмы заработали? Они купились. Купились все, заработали, вышли плюс «Тени незабытых предков». И, ну, кстати, та же «Штольня». Я до недавно думал, что она провалилась в прокате. Потом мы начали считать, я думаю, подожди секунду. Фильм стоил, мы потратили, на секунду открою тайну, 50 тысяч долларов. Потому что мы... На «Штольню»? Да, мы сняли всего? За 50 тысяч долларов. Да, ну, мы... Не, там ну, как всего. Бюджет стоит больше, потому что... Ну, мы заходили на больших дистрибьюторов, мы бы в жизни, нас бы никто не воспринял всерьез, если бы мы сказали, что мы сняли фильм за 50 тысяч долларов. Понимаю, что? Да. Типа, идите отсюда. Вот, мы там поставили, там, не помню, 1 000 000 гривен или сколько там, ну, условно, там, писали промо, там, что-то такое. Да, физически это было 50 тысяч долларов, плюс там какие-то еще небольшие деньги. Вот, промо я рассказал, мы не потратили ни копейки, в принципе, там все спонсорские деньги были. И мы собрали в прокате 120 тысяч долларов на то время, когда доллар был по 5 гривен. 120 тысяч долларов. Я расскажу, чтобы кино купило себя, ему нужно собрать в 3 раза больше. Почему? Потому Извини, что я перебью тебя, да. Очень важный момент. Ты эти деньги получил? Куда они пошли? Они пошли, я сейчас расскажу. Как делится вообще, как работает кинобизнес? Каждый фильм, который зарабатывает 1 000 000, например, 50% забирают кинотеатры. Сразу, во всем мире так работает. То есть уже 500 тысяч. С этих 500 тысяч мы отнимаем дистрибьюторские. Это 12% плюс-минус. Процент, за который работает дистрибьютор. Дистрибьютор – это коннектор между студией и кинотеатрами. И он занимается промо тоже. Они забирают еще 12%. Далее мы отдаем инвестору, если в данном случае это, ну, возвращаются деньги назад, то, что вложилось, и платим налоги. Все, и в результате там как раз и доллар получился, потому что оно все разошлось как раз вот, вот так все. Фу. Поэтому физически денег мы не видели, но мы знали, что... Ну, поэтому оно и отложилось так, что типа, ну, куда-то оно типа все ушло. Но в результате мы поняли, что ну, кино реально вошло в плюс. Ну, еще телепродажи, международные продажи были какие-то там, я уже даже не помню. Меня интересует вопрос. Вот современное украинское, в частности, кино... российское, мировое, сколько может заработать один фильм на product placement, на рекламе внутри фильма? От 10 до 20% от бюджета кино. А если это, например, какие-то блокбастеры по 200 миллионов, то это выходит до 40 миллионов можно заработать на рекламе? Да, и зависит да, от брендов, которые там большие клиенты есть, которые заходят в кино. Там Джеймс Бонд, у них 30% там, бюджет это бренды. А они сами рекламодатели ищут или не. На данном этапе приходится обзванивать крупные компании ну, это и просить по-другому. Деньги? Это по-другому работает. С проектами работают большие рекламные агентства. С моим, но вот сейчас ну, с новым фильмом я планирую делать именно так. С нами будет работать большое крупное агентство, которое будет сначала заниматься притягиванием брендов в проект, а потом продажей бренда кино в другие индустрии. Ну, то есть, это работа агентства, большого профессионального агентства на рынке, которое будет заниматься проектом полностью. Вот. Но в целом, кстати, мы одни из первых тоже, кто начали заниматься product placement. И вот у меня был хороший кейс работы на Selfie Party с Киевстаром. Довольно какую-то неплохую сумму. Мы сделали промо-компанию. Мы придумали с компанией Витамин, это Витамин Agency Production во Львове, мы придумали классный креатив, мы придумали, как сделать фильм известным еще до его производства, это очень важно. Вот. И мы придумали, а что если мы сделаем такой проект, когда мы по всех университетах, по всех кинотеатрах расставим постер фильма большой, поставим большую красную стрелку «Кастинг», сделай селфи, отправь на сайт, зарегистрируйся, и тебе перезвонит наш кастинг-менеджер. И это было популярным?
За неделю 60 тысяч людей. Киевстар пошел партнерство. Мы за деньги Киевстара сделали эти борды. И мы запустили, все остались довольны. Все сработало. То есть все сработало, и была очень большая промо. У нас во Львове, по-другому этот проект бы не сработал. У нас был микробюджет, это был эксперимент. У нас был микробюджет. И снять фильм, где 20 съемочных дней, у тебя массовки 150 человек в кадре, каждый день, ночные съемки, это сколько же им платить надо? Ну, это реально большой бюджет. Ты знаешь, вот слушая тебя, возникает ощущение, что современное, по крайней мере, украинское кино – это авантюризм. Что нужно быть Остапом Бендером, постоянно как-то выкручиваться для того, чтобы создавать любой бизнес авантюризм. Любой бизнес авантюризм, потому что ты должен принимать решения, какие еще до тебя никто не делал. Если хочешь создать что-то новое. Новаторский бизнес. Да, новаторский. И я считаю себя... почему мне не так сложно, как другим режиссерам психологически? Потому что я всегда принимаю свои ошибки как предприниматель. Не как творческая личность. Я сделал что-то плохо, я, наверное, плохой режиссер. Нет, я понимаю четко, где я сделал ошибку. Я четко знаю все ошибки своих проектов. Вот, я понимаю, почему Селфи Пати не собрала 10 миллионов долларов, условно говоря. Вот, понимаю, почему так случилось, как можно было сделать, чтобы все сработало и так дальше. То есть это все анализ, и я принимаю это и иду дальше, потому что мне интересно создавать... сейчас я там забил наперед, я параллельно сейчас работаю и в Лос-Анджелесе, и в Киеве, и там над проектом, и здесь над проектом. И скажу честно, голливудская карьера меня очень манит в плане работы с большими студиями, как режиссер, но там есть четкие правила, кластерная система, ты понимаешь, вот ты движешься только так и никак по-другому. Все, там уже 100 лет это работает. В Украине меня больше захватывает, потому что здесь есть неоткрытый рынок, здесь можно экспериментировать, здесь можно создавать сейчас такое, которого нет аналогов в мире. Вот. У нас страна любит такие штуки делать вообще во всем, в политике тоже. Ну, то есть во всем мы делаем какие-то новаторские решения, которые потом могут уйти. Сейчас я начну жестить. Да, хорошо. Расскажи мне, почему все постсоветское кино, СНГовское кино, я не знаю, как правильно сказать, российское, украинское, наверное, казахское, я другого кино просто в СНГ не знаю, такое говно. Угу. Почему, если фильм зарабатывает, да, то это должна быть только какая-то абсолютно лютая поддержка государства. Там чуть ли не по новостям показывать, постоянно елозить по мозгам зрителю для того, чтобы он хоть как-то окупился. Единственные фильмы, которые вроде как успешны, это обязательно какая-то драма. Жуткая, лютая, которая едет, получает 10-й приз в Берлине, и все с этим носятся. Угу. Почему нету таких плотняков, как «День сурка», «Охотники за привидениями», да. «Семь» Дэвида Финчера? Вот просто хороший плотняк, детектив или какой-нибудь боевик или триллер. Почему все имеет какой-то привкус, который позволяет потом говорить российское или украинское кино говно? Та проблема в том, что нету сценаристов. Это проблема номер один. Это то, с чем мы сейчас очень сильно переживаем. И даже создали проект, который называется «Голливуд с Реддена». Да, мы еще поговорим об этом. Да, и в конце мы с тобой еще немножко по поводу сценаристов поругаемся. Хорошо. И беда со сценаристами. Почему беда? Не проблема в том, что нет талантливых людей. Их очень много. Я бы сказал, даже больше, чем где-либо. Они не знают, куда идти. Например, ты общаешься со сценаристом и говоришь, он говорит, блин, Любомир, мое кино не продается, мой сценарий не продается, у меня 10 сценариев написанных, а никому не надо, нормальное кино. Я говорю, покажи синопсис. Нет времени сценарий читать, беру синопсис. Я говорю, чувак, твой фильм, знаешь, сколько стоит производство? Там наворотил там историческую драму там какую-то. Я говорю, ты знаешь, сколько стоит твое кино производство? Он говорит, слушай, зачем мне знать, я сценарист? Я говорю, нет, чувак, ты не понимаешь. Вот почему есть проблема. Потому что голливудские сценаристы, они четко разбираются в рынке. Они четко понимают, сколько стоит производство их кино. Потому что ты не можешь создать на рынке, который дает в прокате максимум 4 миллиона долларов для мейджорских фильмов и 2 миллиона долларов для своих, максимальная планка. Ты не можешь снять фильм, который будет стоить столько же. Никак.
Поэтому ни один продюсер тебя не купит это кино. Он говорит, что серьезно. То есть на таком уровне люди еще не понимают этого. Это плохо. Нужно разбираться, какие истории работают, какие не работают, что нужно рынку сейчас, какая аудитория. Вот. Неплохие есть кейсы с хорошими комедиями, да, сейчас. Но это комедийный жанр, он работает там, ну, в каком-то своем там кубике, и мы понимаем, что это там в нем он будет дальше продолжаться. Но это не рост индустрии, это никак не рост индустрии. Рост индустрии дают хорошие сценаристы. Это не мои слова, это слова реально многих голливудских мастеров, которые сказали, что на Голливуде держится, Голливуд держится на сценаристах, но им об этом никто не говорит. У нас есть северо-восточный, восточно-северный сосед, и у него, они производят фильмы в России, которые могут собрать 30 до 50 миллионов в прокате, да, прибыли. Да. Почему для у них, несмотря на то, что у них все-таки не настолько больше, но в три раза больше кинорынок, судя по количеству людей, проживающих в наших и у них странах, они могут заработать 40-50, а у нас пока что 4 миллиона долларов потолок. Потому что количество кинотеатров в 10 раз больше. Только все это причина? Очень, конечно. Все очень просто. А что необходимо? Государственная поддержка? Строить больше кинотеатров? Или это все-таки зависит от самого кино? И еще извини, пожалуйста. И очень важный вопрос. А есть ли запрос на эти 10, чтобы было в 10 раз больше этих кинотеатров? Спрос существует? Я скажу. Есть тут это сложный вопрос, потому что первая причина, почему большие сети не строят кинотеатры там в маленьких городах, потому что нету покупной издатности, не помню на русском, покупательная способность, да. Нету людей этого, потому что человек, если будет решать, что ему купить ребенку на завтра 4 йогурта или пойти в кино, он купит йогурты. Вот, это очень просто, ну, все решается на уровне таблицы Маслоу. То есть мы говорим сейчас о благосостоянии граждан. О благосостоянии граждан. И, я думаю, что вспомните мои слова, и, как говорят, вспомните этот пост. Через 5 лет в Украине будет кинотеатров, я думаю, в 2 раза больше. Потому что я верю, что сейчас пойдет именно прогресс и в голове у людей, и по благосостоянию, дай бог стабильность. Вот. И вы увидите, как это четко влияет на развитие культуры. Потому что человек, у которого не закрыт вопрос безопасности, он никак не может перейти как когда-то в Древнем Риме. Без хлеба и на арену не приходили. То есть дайте сначала людям хлеба, потом тяните на арену. Вот так и кино работает. И так и работает, например, там комедийный жанр. Если он работает на контрасте, если в стране там так себе ситуация, то вырастает запрос на комедии. Люди хотят отдыхать в кинотеатре и смотреть что-то не то, что смотрят в новостях. Вот. Поэтому вот разница с соседом именно в этом. Количество кинотеатров. Все остальное — это дальше маркетинг. Как ты относишься к творчеству Bad Comedian? Ну, честно говоря, очень редко смотрю. Я не хватает времени, честно говоря. То есть его критика справедлива или он придирается? Ну, я думаю, что многие придираются для. Ну, много сегодня кто делает чего для хайпа просто, да, там вытянуть из человека что-то, что там ты сможешь на нем прокататься и позабивать гвозди. А некоторые его обзоры смотрят по 8-10 миллионов зрителей. И это при тех фильмах, на которые, то есть обзоры он делает, те фильмы, которые собрали буквально там 200-300 тысяч человек пришло туда. Угу. То есть оказаться среди таких подобных обзоров, которые смотрят потом по итогу несколько миллионов человек, это унижение для режиссера или это единственный способ, чтобы о его фильме узнали? Ну, не знаю, зависит тут по-разному, и зависит от режиссера. Если есть режиссеры, которые считают себя художниками, да, то есть вот есть конкретные режиссеры, которые считают себя художниками. Uh-huh. Они художники, им все равно бизнес, им все равно, сколько зарабатывает их кино, сколько зрителей придет в их кино. Им главное это сделать для себя, открыть что-то миру, какую-то рассказать проблему, которая у него болит. И ему все равно, в каких обзорах он будет. Есть другая сторона. Коммерческий режиссер, да, вот там, ну, отнесу себя к этой категории. Любое проявление моего имени, моего бренда, это в копилку моему бренду. Угу. Что угодно, любой пиар — это хороший пиар, любой. Пусть... Лишь бы фамилию не путали, да? Да, лишь бы фамилию не путали. Любое, пусть говорят, знаете, как есть старый анекдот в
Одессе еврею говорят, вы знаете, что вас говорят, когда вас нету дома? Он говорит, пусть даже и бьют, когда меня нет. Вот так и я говорю, пусть даже и бьют. Вот, главное не путать фамилии. Это правда. Ты работаешь в Голливуде и много проводишь времени в Лос-Анджелесе. Считается, что Голливуд, это, скажем так, конспирологи, а с другой стороны, когда читаешь фамилии в титрах, то ты действительно видишь огромное количество евреев. А что Голливуд еврейский, контролируется евреями. А это правда? Это правда. Это правда. Ну, как контролируется? Почему? Они более талантливые, чем остальные? Или нет, в чем просто, преемственность? Нет, просто все большие студии созданы людьми, иммигрантами, которые в основном приехали, вот в основном это были евреи, кто создал студии. Ну, так сложилось исторически. И много среди них украинцев, кстати, украинских евреев. И так сложилось, что Голливуд, он очень похож на яйцо. Он очень твердый вот, вокруг и очень мягкий внутри. И вся сложность именно заключается в том, что ты не можешь туда попасть не потому, что ты какой-то не такой. Да, а потому, не что... потому, что ты не еврей. А, нет, абсолютно нет. Ты не можешь только потому, ты можешь не попасть, только если никто тебя не рекомендует. Потому что Голливуд построен на безопасности. То есть вот эти кластеры, вот эти фильтры, которые стоят, это все безопасность. То есть никто... Лос-Анджелес — это город бла-бла-бла. Ну, то есть Ла-Ла-Ленд — это от бла-бла-ленд. Никто этого не знает. Вот. Правда? Ну да, так говорят, так шутят. Вот. Потому что это город, где очень много говорят. Все всех знают, у всех есть связи, но никто ничего не делает. 70 вот. На 30. Да, вот тут в этом контексте есть очень важный, интересный вопрос. Итак, все всех знают, рекомендуют. Ты должен себя вначале чем-то зарекомендовать, и тебе должны узнать, и только тогда ты туда попадешь. Хорошо. Почему тогда такой кризис в мировом кинематографе, кризис идей? То есть нет кризиса. Сейчас хорошо, по финансам отлично, но, например, даже Стивен Спилберг называет фильмы о супергероях макаронными вестернами, что это период, который рано или поздно пройдет. Пройдет. Но когда мы сейчас смотрим кино, вероятность того, что я, например, увижу у кого-нибудь начало Кристофера Нолана, 7 Дэвида Финчера, не знаю, очередной список Шиндлера, это невозможно. Невозможно, да. Последние несколько лет таких фильмов нету. Я объясню. Таких плотников. Почему? Сценарии есть. Ну, то есть все есть. В студиях, в сейфах все лежит. Все есть. Я скажу, потому что, ну, я это точно, ну, вот заявляю официально, что все есть. Есть крутые сценарии, есть все крутое. Но сейчас политика Голливуда другая немножко. Сейчас, например, вот я скажу вам, в Лос-Анджелесе очень мало снимается вообще всего. Там, ну, в Киеве больше съемок, чем в Лос-Анджелесе. Вот. Весь Голливуд, он полностью разъехался по всему миру. Там, где дают текстребейты. Это раз. Во-вторых, большая... Я не знаю, что это за слово. Текстребейты, я сейчас объясню. Это возвращение налогов в стране, когда приезжает студия, тратит миллион, и страна возвращает 30%. В Украине уже принят закон про 25%. Так вот, проблема в том, что сейчас Голливуд переживает колоссальные изменения в дистрибьюции, колоссальные изменения в понятии форматов, меняется все. Компания Netflix сделала революцию практически сейчас в Голливуде, они отобрали у больших мейджоров то, что никто в жизни у них не мог отобрать. Это приоритет. Почему? Например, компания Paramount имеет... Например, там контракты с десятками звезд, там может сотнями звезд, да, и режиссерами, и актерами, с которыми у них лояльные отношения по причине, что только они могут дистрибьютировать фильмы по всему миру. То есть актер, если он поругается с студией или с мейджорами, да, у него не будет уже возможности быть прокатанным по всему миру. То есть быть звездой, у него рейтинги упадут и закончится карьера. Они должны дружить, они должны находить общие языки. Например, Paramount говорит Николь Кидман, 5 миллионов мы тебе не заплатим, заплатим 3. Но за это ты получишь там, например, свой продюсерский проект, мы тебе дадим дистрибьюцию по всему миру. Uh-huh. Вот. А Netflix пришел и говорит Николь Кидман, слушай, мы тебе дадим, сколько ты стоишь? Она говорит, 5, а мы тебе дадим 7. Почему? Просто у нас есть. И студии, ну, они не знают, что делать, потому что у Netflix есть деньги. Они сейчас бросаются ими, ходят слухи про то, что Netflix переживает сейчас пик своего развития, и они скоро будут продаваться.
возможно, Disney их купит. Но то, что есть на сегодняшний день, это то, что большие мейджоры перестают покупать independent кино. Вот Sony отказалась. Много больших студий сейчас перестают покупать independent кино. То кино, которое я делаю, оно independent. Это американский триллер с очень классной историей, называется «Скелет в шкафу», недорогой, с классными актерами. Это то кино, которое студии просто вот так покупали, у тебя за фикс, просто ты там снял за 3 миллиона, за 5 у тебя купили, и ты пошел дальше снимать. Они дальше его прокатывают. Они перестают это делать. Почему? По этому поводу я слышал, извини, что перебил тебя, Спилберг говорит, что кино в кинотеатрах умирает. И мы скоро все перейдем на смотрибельность, будем смотреть кино на телефонах и планшетах. То есть это, в принципе, связано с Netflix, с тем, что очень многое уходит в интернет. Означает ли, что количество как раз кинотеатров будет уменьшаться, и мы будем смотреть Netflix и прочее, весь кинематограф будет смотреть на планшете? Вот вы сами подошли к причине, почему сейчас не растут сети кинотеатральные, потому что никто не понимает, что будет дальше. Не понимают, куда двигаться, строить видеозалы или кинотеатры. Никто не понимает, что делать. Поэтому есть такое ощущение заморозки, но студии не могут не снимать. Им надо снимать, потому что зарплаты надо платить, налоги надо платить. Mm-hmm. Поэтому они снимают то кино, которое 100% окупится. Это бренды, это франшизы. Это то, что 5 лет будем смотреть. К сожалению, или не знаю, к счастью, это правда. И поодиночно будут выпускать фильмы с большими режиссерами, которые вот как Джокер, да, экспериментальное кино, которое будет собирать Оскары. Студии таким путем будет держаться на плаву там имиджево, в Канны ездить и так дальше. Но бизнес будет работать на франшизах и на стриминге. Вот почему я сказал про independent кино, про независимое. Оно сейчас расчищается. Это самая рискованная часть вообще в кино. Поэтому они все деньги бросают в стриминг. О франшизах. Да. Вселенная Marvel, по твоему мнению, не уничтожает к чертовой матери весь мировой кинематограф? Как уничтожает? Они, Disney, это Disney и Universal, это две успешные студии в Голливуде. Все остальные это так, скажу честно. Вот Paramount, это одна из самых старых студий Голливуда. Она уже засыпает, она уже все. Она скоро конец, ее надо продавать, как Fox. Fox, они банкроты были. Почему их купили? Они вздулись просто. Так и Paramount, так и следующее будет. Вот Warner, они сейчас пытаются вырепсти на франшизах. Не знаю, как получится, но я вот через дорогу живу от Warner Brothers в Лос-Анджелесе, вот так через дорогу. Вот, и часто у меня там встречи, я общаюсь с продюсерами, я знаю, насколько там беда. Вот именно, в скобках, но... Твое мнение, что может предотвратить эту беду? Чтобы ничего, был время. Такой всплеск, как в середине 90-х? Ничего, Netflix, да, смотрите, вот Netflix это новая волна, как когда-то, помните, в 50-х был кризис большого кино, попровалились очень много больших фильмов, и Голливуд сказал, все, никаких больших блокбастеров, только малобюджетное кино. Так появился Хичкок, так появились многие кинематографисты, так появился нуар. Они ушли в недорогое кино и появились шедевры. Также Netflix сейчас, они дают возможность всем молодым, всем маленьким компаниям делать свои проекты. И вот это как раз должно родить. Но пока еще не происходит, потому что пока то, что выходит на Netflix, это пока так себе. Пока так себе, потому что скорость. У них есть проблемы. Раньше не жали людей, а в Netflix тайминг, стриминг, даты. И все вот летят, спешат, сценарии не дорабатываются. То есть все. Мы живем в очень интересное время. Вот реально новый переломный период Голливуда, потому что Голливуд влияет на весь мир. Мейджоры влияют на весь мир, на все кинотеатры, на все. Поэтому очень интересно. И сейчас перспектива больше локального кино, чем международного. Расскажи мне историю, как ты чуть не стал масоном. Да, очень, очень интересно. Был у меня в жизни такой проект, который назывался «Эгрегор». И я писал сценарий этого кино. Это кино как в стиле Дэна Брауна, да, только по-украински. Вот. И я вот подумал, как бы мне пообщаться с масонами? Вот как? Вот где их найти? И начал рыть в интернете, думаю, так, Киев, там, та-да-да-да-да-да-да-да. Нашел веб-сайт. Вот, у наших киевских масонов есть сайт? Да, Східна колона называется. Да. Правда? Да, Східна колона, да.
И я написал вообще, ну, написал им письмо. Ребята, примите меня в массаж. Не написал, я хотел пообщаться, ну, где можно узнать побольше информации, потому что я же работаю над сценарием, так и так. Ну, я абсолютно открыто написал имейл. Вот, я оставил свой номер телефона. Вот. И тут где-то, не знаю, полгода, наверное, прошло, я уже забыл. Звонит телефон, и мне говорят: доброго дня, мы звоним с Хидной из Колоны. Вот. И я такой, типа, не понял сначала, потом думаю: ай, блин, точно. Вот. И почему? Ну, давайте мы, ну, давайте с вами пообщаемся и так дальше. Вот. И я пришел на встречу, это еще Дом профсоюзов был, еще кафе там было, кофехаус или не помню. Вот, и приехал человек, мы сели с ним пообщаться, он учитель, такой в плаще, такой учитель. И подожди. Работает в плаще, учителем. В капюшоне? Ну, не в капюшоне, но в плаще, я имею в виду, обычно в плаще, но с поднятым воротом, но в сах все ну, такое. Что тебя уже инспирирует в тайное общество. Не-не, и мы начали общаться, он начал спрашивать, зачем мне это надо, и, ну, и так и дальше. Может, ну, как бы, ну, начнут такие наводящие вопросы, понимаете? И до конца разговора я понял, что меня вербуют. Ну, как вербуют? Ну, это так, рекомендуют. А кровь невинных младенцев тебя не заставляет? Нет, опять, нет. И мы пообщались, но я информации не получил, то, что хотел, он сказал, будет вторая встреча, там, ну, больше будет разговора и так дальше. Я сказал: окей. Меня набрали через где-то недели-две. Я встретился с вторым человеком. Это был, я не помню, инженер какой-то. Мы пообщались. Он мне начал задавать вопросы реинкарнациях, о высших. Все спрашивают сразу, какая религия, хотя это не имеет значения, в принципе. Но верю ли я в Бога? И вообще, ну, как я отношусь к этому? И как бы мы начали... Я до этого 5 лет изучал Каббалу. Ну, интересно мне было. Я изучал Каббалу. Изучал, мне очень, реально очень много вопросов там я нашел для себя. Все, кто потом становится масонами ради интереса, в какой-то момент изучает просто Каббалу. Так вот, я в диалоге, я ему начал отвечать, и он говорит: откуда вы это знаете? Я говорю: я 5 лет изучаю Каббалу. Он такой, типа, угу. Потому что масонство называют light Каббала. Ну, я знаю. Да. А у меня знания уже были, хоть я сам занимался, но у меня знания уже были там... Я не знаю, на какой градус. Вот. И он ушел. И третий человек, кто был... А, я понял, что это собеседование вообще. Я потом уже понял. Там должны рекомендовать тебе 3 человека. И этот второй уже меня отрекомендовал. Когда пришел третий человек, он сказал, что уже назначена дата твоей инициации. Я говорю: воу, стоп, ребята, серьезно? Типа, секундочку. Почему ты отказался? Секундочку. У тебя было бы столько материала для кино. Чувак, у меня жизнь очень насыщена и так. В 65 лет я сам приду. Я сказал, я приду к вам потом, попозже. Дай бог дожить. Ну, где-то попозже я обязательно приду. Они обиделись? Не, это, ну, третий человек приехал, мне назначил встречу в Род 66. Уже нету этого бара на Жилянской. Слушай, а 66 цифры такие? Ну, это Род 66. Думаешь, они как-то связаны? Байкерский паб вообще. Приезжает байкер в цепях во всем, ну, байкер. И такой мне: здорово, братан, ну что, давай, рассказывай. Он там занимается, он там делает всякие фишечки из металла для них. Я говорю: зачем тебе это все надо? Я говорю: в смысле? Я говорю: я просто интересовался, мне очень интересно. Любомир, мы повсюду. Хорошо. Вообще я шутил. Я хотел тебя спросить по поводу твоего проекта. Ты сейчас делаешь в Голливуде. Да. А новый проект – это триллер, правильно? Это триллер, да. Можешь рассказать о нем поподробнее? Это триллер о хакерах и криптовалютах. Вот, круто. Это ФБР, все дела, все по полной программе. Очень интересная история. Это вообще Broken Romance называется. Это про разбитую любовь, где парень и девочка очень влюблены друг друга. Вообще лучшая пара колледжа, они программисты. Но он ломает сайт Белого дома, Трампа, дан-дан-дан. И используя ее коды, не говоря ей об этом. Вот, будет ли это тем самым выстрелом в Голливуде для тебя, как для режиссера? Я не знаю. Мне Гильермо Дель Торо, когда я подошел к нему спросить, что мне...
Что мне сделать, чтобы не потерять много времени? Он мне сказал: Любомир, сними что-то очень простое, но очень круто. И ты станешь членом племени, потому что нужна первая работа, которая тебе откроет первую дверь. Я поэтому говорю, я не ставлю амбиций каких-то больших. Для меня Голливуд – это такая системная работа, потому что первый проект – это агент, а дальше работа с агентом, уже там питчинг большим студиям, какие-то проекты. Это системная работа, это доверие, это зарабатывание доверия, очков. Вот как работает Голливуд. Там нельзя вот все, и ты звезда. Так не бывает. Вот, поэтому этим проектом там занимаюсь, и сейчас здесь занимаюсь своей любовью, я так называю, потому что это моя мечта, это кино, которое я сейчас собираюсь здесь делать. Это то, что я уже хотел делать 5 лет назад, но мне не хватало знаний. Подробнее. Вот, и в Лос-Анджелесе мне, я приобрел те знания, которых мне не хватало. Mm-hmm. Вот, и на сегодняшний день мы пишем сценарий, не побоюсь сказать, первого супергеройского украинского кино. Даже так? Да. Но это не будет. И тебя заразила эта болезнь с супергеройским кино? Но это не будет копия Марвела. Если бы я придумал это в Украине, я бы точно хотел быть похожим на Марвел. Но там Андрей Немец, это наш друг и сценарист «Миссии невыполнимой» и «Черепашек-ниндзя», и сопродюсер, сказал мне так: чувак, если ты будешь делать это кино, не дай бог, не делай его похожим на Marvel или DC. Делай его аутентичным, делай его по-другому, по-своему, как хочешь, но не так. Вот. И тогда оно будет иметь успех. И он был прав, потому что нельзя копировать. То, что все мои ошибки, которые я делал, я больше увлекался формой. Я уходил в своих кино от главного инструмента, который тянет зрителей на локальных фильмов. Это идентификация героев, это идентификация мест, это понимание характеров. Они у меня были картонные, потому что я сказал: не-не-не, мне нужна форма. Bullshit. Сейчас форму мы научились делать, она будет, само собой. Сейчас это характеры, сейчас это персонажи, это история. Это история, в которую мы поверим. Суперсила, которая не приходит через науку и лаборатории, которых в Украине нет и непонятно, которая приходит через мистику и древние ритуалы, которые есть в Украине и так дальше. Это другой формат появления супергероя. И оно не будет не похоже ни на что. В одно время мы будем четко в жанре, и у него будет суперсила, которая всем понравится, и это будет и экшен, это большие сцены, где там в одной сцене там будут 20 машин. Там, ну, очень ждем. Я приду на премьеру и сделаю обзор обязательно. С радостью. И вот. Ну, это большой труд, и на самом деле это дорогое кино, и сейчас я разработал формулу. Дорогое кино, цифры какие, плюс-минус? 2,5-3 миллиона долларов. Ну, для бюджет. Нас это, да. И я хочу отбить это кино в Украине и заработать на нем. Ну, и я придумал новую формулу, как это возможно сделать. И дай бог получится этот кейс, я опять, после выхода мы соберемся, я расскажу, как мы это планировали и как мы это сделали. Вот. Но вот реально сейчас хочу поспорить там с кем-то из больших фильммейкеров у нас на то, что мое кино соберет 100 миллионов гривен. Отлично. Это очень интересно. Слушай, я обязательно это запомню и об этой истории... Вынесем в анонс. В итоге, да. Вынесем в анонс. Зафиксировали. Сейчас такой будет достаточно, может быть, скользкий вопрос, но мне он очень интересен. Сейчас, если в номинации на лучшего актера премии «Оскар» нету темнокожего парня, актера, это скандал. Угу. Если там нет названия «Лучший фильм года», фильма, биографии кого-то из ЛГБТ-сообщества, каких-то знаменитых людей ЛГБТ-сообщества, это скандал. Как ты относишься к этому постоянному прессингу либеральному со стороны абсолютно разных комьюнити? И как ты относишься к темнокожей русалочке и к Дамблдору гею? Америка, Америка — это прецедентная страна, да? Это, например, вот я люблю эту историю, когда вам никто не сделает сердечко сейчас в кафе в Америке, как у нас любят делать, да? Почему? Потому что одна женщина, ей сделали сердечко, у нее был плохой день. Ага. Вот, она сказала, что зачем мне жопу нарисовали. Она подала в суд и выиграла большие деньги. Угу. Вот. И все, больше никто это не делает. Я думаю, что это маразм. Маразм. Но закон работает. Так и с другими вещами. Закон работает, есть уже прецеденты. Поэтому Америчка, она любит порядок во всем. И они будут делать кого хочешь русалками и кого хочешь принцами, только чтобы был порядок.
Хорошо, но творческие идеи от этого не теряют. Вот, например, когда я сейчас собираюсь выпускать сериал про ГУЛАГ, и там 50% в ГУЛАГе заключены темнокожие парни. Я ни в коем случае не расист. Но для меня ГУЛАГ — это что-то связанное с Солженицыным, со временами Сталина, но никак не с йоу-чуваками, которые «Вау, мы в ГУЛАГе!» Там, ну, это абсурд. Согласен, согласен. Какие-то творческие моменты потеряются, но мы живем в такое время, где... Мы живем в время информации. Ну, мы что, думаем, что ничего этого не было до... Ну, что это сейчас все появилось? Нет. Ну, мне кажется, что вот последние там 10 лет... Просто Ютуба не было. 80-е годы этого всего, 90-е. Ютуба не было. Ютуба не было, Фейсбука не было. Мы начали видеть то, чего раньше не видели. Ну, то есть раньше, что ты дебил, знала только твоя родня. А теперь знают все мои подписчики. Понимаешь? Вот. И, а сейчас все, типа, все знают. Вот. Поэтому Америка, она защищается от этого. То есть там настолько работает четко закон, что ты там можешь прийти. И вот ты правду сказал по поводу Оскара. Даже Оскар — это вообще противовес политике в Штатах. Uh-huh. Это оппозиция. Uh-huh. Я называю Оскар — это оппозиция. Вообще Голливуд — это оппозиция власти. Вот сейчас они оппозиция четко Трампа. Да, вот. Если Трамп жмет мексиканца, значит, по-любому Дель Торо получит 2 Оскара. Uh-huh. Вот. То есть ты мне дал, то есть можно делать ставки на деньги, что тебя, да, если выиграет, если... тема, связанная с Мексикой. Да, я думаю, даже не с Мексикой. Сейчас покруче есть история и скандалчик. Так что у украинцев есть шанс. У Украины есть шанс там зарисоваться на премии «Оскар». Итак, сейчас будет такой сложный политический вопрос. В Украине все кино и в России, это очень-очень важно, имеет сейчас такой политическо-патриотический оттенок. Это понятно из-за ситуации, которые между нашими странами возникли. Россия — это постоянно фильмы там «Мост Крым», какая-нибудь «Крымская история», я не знаю, что-то связанное с Великой Отечественной. Если мы говорим об Украине, то это фильм о гонении татар, Голодомор, «Расстреляно ведро Джиня» и якісь комедии такие, «Веселі українські», угу, там. «Скажи на весілля», «Останний москаль». Мне, честно говоря, у этого всего не очень отдает, как в России, так и в Украине, не очень хорошим вкусом. Когда в Украине наступит время банального, но очень качественного «Крепкого орешка» или «Хищника»? Ну, вот это я тот парень, который на похоронах анекдоты рассказывает. Ну, это так, в скобках. Вот. Но я скажу так. Мы прошли это тяжелое время, дай бог, чтобы оно больше не повторялось. И эти все фильмы, которые... А ты думаешь, мы уже прошли? Я думаю, что мы уже прошли. Уже закончилось. И, ну, у меня есть чувство, что все будет хорошо. Ну, оно уже заканчивается, по-любому заканчивается, и надо это заканчивать. И то кино, которое было снято вот за этот период, за этих 5 лет, это был... Ну, это были проекты, которые реально отзеркалили то, что происходило, и это была дань этим, тому, что происходило. Я думаю, что мы прошли этот этап, дай бог уже это все закончить. И сейчас пришло время других героев, новых героев. Я вот недавно, у меня был мастер-класс, и я на мастер-классе сказал студентам, ни в коем случае, если вы ищете идеи, смотрите новости и делайте наоборот. То есть не снимайте то, что в новостях. И журналистка одна ко мне подбежала и такая, типа, я не могу больше терпеть, у меня бурлит все, как так, как можно не снимать кино, то, что показывают в новостях, как это может быть, мы же переживаем сейчас такое горе, мы должны про это говорить. Я говорю, секундочку, slow down, я объясню свою позицию. А, не дай бог вы сломали руку, не дай бог, сложно, перелом какой-то сложный, вам сделали 5 операций. Вы мучились, у вас была температура, какое-то еще заражение, еще какая-то фигня. Вы отмучились, слава богу, начали выздоравливать. На сегодняшний день у вас рука зажила. Но ваши друзья приходят и говорят, нет, надо, и так вашу руку вот так, и начинают вас, нет, надо говорить об этом переломе, расскажи нам, как это было. И ты говоришь, да я не хочу уже, все, хватит, я хочу на солнце посмотреть. Вот, в принципе, мое отношение к тому, что произошло. Не надо об этом же говорить, хватит. Надо снимать кино про новых героев. Надо создавать новых героев. Почему нету еще по сегодняшний день героя-предпринимателя?
Почему нету своего Илона Маска? У нас куча предпринимателей, которые делают такие проекты, которые в мире еще никто не придумал даже. Куча программистов, которые придумали такие системы. Стартапов огромное просто количество великолепных. Сделайте классную историю про хорошего предпринимателя, который в Украине в наших сложных условиях смог это сделать. Почему не герой? Почему не делать героев, которые честно зарабатывают деньги, которые могут дать людям работу? Почему не сделать супергероя-журналиста? Почему не сделать новые профессии, новые истории, которые не будут никак уже связаны с бедой? Я просто учился на историческом факультете и интересовался очень хорошо украинской историей. Всю историю мы плачем. Да, в этом-то все и дело. Наше поколение имеет уникальный шанс перестать это делать. Просто у молодого поколения, которое сидит в Ютубе, которое привыкло ко всему успешному, это вызывает категорическое отторжение, что никак не повышает патриотизм. Абсолютно верно. Я сказал, если я сниму кино про войну, это будет кино про крутых солдатов. Это Майкл Бэй стиль. Да, это то кино, которое пацаны посмотрят и говорят: «Вау, я хочу в армию». Это должны быть герои, которые реально крутые. Это может быть драма, но это должно быть не слезливое кино. Это должно быть кино, которое будет вызывать гордость. Вместе с великолепной, чудесной, невероятно красивой Дианой Артишевской ты делаешь великолепный проект, который называется «Голливуд изнутри», «Голливуд с Реддены». Великолепный Голливуд с Реддены. Ты можешь рассказать подробнее об этом проекте? Да, это очень крутая идея, и она будет иметь свое продолжение и развитие. Это проект, который ориентирован как раз на ту проблему, о которой я говорил. Это первая проблема. Сценаристы, которые не знают, как им работать. И, конечно, другие профессии в кино. Это режиссеры и продюсеры. Вот. И мы подумали, а что если взять и начать привозить из Голливуда конкретно людей? Не суперзвезд. Не надо суперзвезд. Суперзвезды — это для натхнения, да, для вдохновления, но никак не для работы. Вот. Надо привозить реальных людей, которые делают кейсы, которые делают проекты. И я подумал, надо найти ее. Мы привезли Шина Шибасаву, это продюсер одного из Walking Dead, и он режиссер, работал на больших проектах категории А. Это Кевин Мэн, это продюсер, который у него свой продакшн, Кевин Entertainment. Они делают очень много контента, и большого, и маленького для Голливуда, индепендента, и работает с Sony. Это Дэвид Рензил, это сценарист моего фильма, который последнего титра на Big Little Lies, Большая маленькая ложь. Вот. Это мы привезли этих людей. У меня был американский партнер, и в Украине организацией вообще всем занялась Диана Артишевская. Мега человек, и вообще я считаю это уникум, как можно было реализовать. То есть, она реализовала мою задумку, вот как я ее представлял. Это очень круто, я скажу честно. Я был настолько... Даже немножко в шоке, потому что я очень переживал за это. Как ты считаешь, вы способны, неправильно сказать, вы способны, получится ли у вас действительно воспитать там будущих сценаристов самых толковых боевых фильмов? Интересно. Знаете, есть анекдот. Приходит бизнесмен к священнику и говорит: а если я дам вам $1 000 000, я попаду в рай? Он говорит: я не знаю, но вы можете попробовать. Но точно знаю, вам надо попробовать. Так и мы. Очень удачный ответ. Мы попробуем это сделать. Я не знаю, что... Я думаю, мы не одни будем такие. У нас еще много есть компаний, которые собираются проводить. И вообще, наш президент сейчас будет приводить очень много людей, приглашать в страну, потому что, как я говорил, принят закон о поддержке кино, incentives, называется tax rebate, возвращение налогов. Украина на сегодняшний день открыта к Голливуду, открыта к международным площадкам, где люди, иностранные продюсеры, смогут приезжать сюда, снимать на наших локациях и получать назад 25% денег обратно. Вот, например, сегодня вот параллельно с нами Том Круз в Карпатах смотрит локации. Это, да, вот это доказательство того. Поэтому все работает, и я уверен, что мы на пороге очень хорошего времени. Вот реально очень хорошего времени. Чудесно, спасибо. Я хочу сказать спасибо еще за практику на русском языке, потому что я уже где-то лет 5, наверное, разговариваю. Это еще не конец. Сейчас осталось два заключительных вопроса. Да. И они будут такими вот прям самыми конфликтными. Угу. Но мне они очень интересны. Окей. Любомир, а ведь я тебя искал. Я искал тебя в 10-м,
12, 14 и так далее о годах. А почему? Потому что я пишу сценарии. Я искал. Более того, через нашего общего друга Руслана я отправил тебе синопсис. Ты его не читал. Да, возможно. Я это знаю, потому что тебе шлют наверняка сотни синопсисов, и тебе просто нет времени. Так вот, благодаря таким, как ты, которые не читают синопсисы, я общался с Егором Бенкендорфом. Он даже говорил, что даст мне денег, там, 10 тысяч долларов на небольшое. Тогда он был главой, генеральным продюсером Интерканала. Что даст деньги на то, чтобы я зарекомендовал себе, сделал какую-то короткометражку. И он исчез. Ну, у него там были какие-то проблемы с Коломойским. Потом я говорил с Игорем Лопатенком, который присел стабильно вместе с Оливером Стоуном на иглу из денег администрации президента Путина. Вот, он снимает там «Украина в огне» и так далее. Достаточно однозначные фильмы определенной направленности. Так вот, все эти люди, с которыми я общался, я представляю себе насчет других ребят, которые пытались пробиться, но их даже этих имейлов они не получают. В общем, меня это настолько достало, вот эта вот зашоренность, неумение посмотреть чуть-чуть шире, что я взял свои деньги, написал книгу, продал ее. Она стала бестселлером. Я заработал на ней деньги. Я получил 95% положительных, восторженных рецензий. И вот здесь для меня вопрос. Неужели единственный способ что-то создать, как-то пробиться, себя зарекомендовать, как ты, снять за свои деньги штольню, или как я, за свои деньги выпускать книги, зарабатывать на них денег, а пробиться туда, где люди деребанят между собой бюджеты на этих продакшенных телевизионных и снимают один и тот же шлак, невозможно. Знаешь, в чем разница между нами и ими? В чем, что мы создаем, а они разрушают. Вот, поэтому мы с тобой предприниматели, а они паразиты. Заключительный вопрос, Любомир. Что важнее, любить искусство в себе или себя в искусстве? Я по-плавски не давал ответа, я не помню. Просто потому что он любит себя в искусстве. Очень многие любят себя в искусстве. Я думаю, что нужно любить искусство в себе, потому что ты без искусства в себе это не можешь ничего. Ну, то есть это мы имеем дар. Мы имеем Божий дар от природы получать вдохновение. Потому что вдохновение – это и есть Божий дар. Мы получаем вдохновение. Это как кредит. Представим, что мы получили там валюту какую-то. И это нас обязывает ее тратить. Потом вопрос, куда ее тратить? Надо находить. И то есть ты уже создаешь, потому что это не твоя даже воля. Ты получил что-то, и ты должен это реализовать в что-то. И вот как раз любить искусство в себе очень важно, потому что если у тебя не будет, это как струна. Она будет расстроена, и ты будешь плохо играть и тратить энергию впустую. Вот. А если она будет постоянно там натянута и играть, ты будешь просто звенеть, и все будет у тебя хорошо. Даже если человек там умрет в 45, все равно он сделает то, что нужно. Благодарю тебя за эти очень мудрые слова. Спасибо, что пришел. Спасибо тебе большое. Да. Класс.